Ребята, привет! Меня зовут Олег, для тех, кто меня первый раз видит. Я больше 10 лет зарабатываю в интернете. Сейчас, в данный момент, мы с командой зарабатываем только в проекте Artery. Почему, вы, я думаю, поймете. Сегодня, смотрите, видео будет, вставлю такую ставочку, сделаю от создателя проекта Artery, Марка Богатыренко. Он расскажет о криптовалюте, чем отличается криптовалюта, там, биткоин, обычная валюта, тот же доллар, от криптовалюты Artery. Вы поймете сразу, в чем потенциал, почему я больше ни в каких проектах не зарабатываю, кроме Artery. Почему я видел потенциал, почему вся моя команда пошла за мной и почему мы сейчас сделали такую акцию для новичков, где помогаем выстраивать людям команду, которые приходят к нам в команду люди. Мы не ставим себе первую линию, там, например, как многие там рифоводы. Мы строим людям глубину, ставим людей, большую часть людей, которые приходят с интернета, соцсетей, мы ставим новичкам, людям, там, которые лидеры приходят тоже со своей командой, мы помогаем им строить им команды, закрывать квалификации. В Artery больше 4 видов пассивного заработка, поэтому людям помогаем выстраивать именно их пассивный, ну, получать новые пассивные виды заработка. На данный момент, потому что спрашивают, задают часто такой вопрос, сколько я заработал в компании Artery. На данный момент я заработал больше 1 миллиона 313 тысяч рублей. И с них я получаю по одному только виду пассивного заработка больше 270 тысяч рублей в месяц. И каждый день это капает. Это вознаграждение, это всего лишь делегирование. До 30% в месяц приходит. Плюс есть еще нода. С ноды я тоже показывал в прошлых видео, которые, ну, если вы еще не видели, можете посмотреть. Там тоже до 1000 рублей день прилетает, то есть где-то около 30 тысяч рублей в месяц. Это просто с ноды. Стоит программа, которая подписывает блоки, и за это получает человек вознаграждение. По сути, еще один из способов заработка. Тот принцип, который мы прокачиваем в своей команде, антизарплата и антипенсия, чтобы человек получал, не работая всю жизнь, копейки какие-то, а чтобы он мог получать в интернете ту же антизарплату и антипенсию уже на следующий день. Поэтому, друзья, смотри, дружище, под видео будет ссылка на наш чат. Если ты хочешь получить бонус новичка и начать зарабатывать в проекте Artery в нашей команде, переходи, сразу пиши: я с YouTube, хочу получить бонус новичка, потому что акция ограничена. Мы собирались первоначально взять всего 100 человек, сейчас, может, возьмем чуть больше, потому что хорошо пошло, акция хорошо заходит, люди все зарабатывают, все довольны. Поэтому, может, чуть-чуть возьмем больше, но все равно не теряй времени. И дальше будет рассказ Марка Богатыренко про отличие криптовалюты биткоин и криптовалюты Artery. Ты посмотри обязательно и сделай выводы, посмотришь, насколько перспективный данный проект. И поймешь, почему я и моя команда качаем только сейчас Artery, вообще не отвлекаемся ни на что другое. Всем привет, на связи Марк Богатыренко, основатель компании Artery. Сейчас я вам расскажу вообще историю появления криптовалют, блокчейна в этот мир, для чего это было создано, какая первоначальная идея. Так что досмотрите обязательно до конца, будет очень интересно. Составьте свое собственное мнение. Не забудьте поставить лайк и можете потом рассказать своим друзьям о прекрасном проекте блокчейна Artery. Все началось в далеком 2008 году, когда был мировой кризис, когда миллионы людей теряли свои бизнесы, дома, квартиры, работы. Я думаю, очень много людей помнят ту ситуацию, которая происходила раньше. Вот. Виной всему это наша финансовая экономика всего мира. И в конце 2008 года пришел некий Сатоши Накамото, и пришел не так в видеоролике, как я для вас, допустим. Он сказал, что у меня есть решение вашей проблемы, я могу вам предоставить технологию, которая вам поможет. Что за технология вообще? Это технология криптовалюты биткоин. Здесь получается ФРС, ну, наша финансовая, скажем так, экономика. Сейчас будем сравнивать доллар, получается, с биткоином. Сатоши Накамото говорит: у меня есть ограниченная эмиссия. У меня невозможно печатать кучу биткоинов, выпустится определенное количество монет. Если спрос растет, то, следовательно, ваши деньги с каждым днем все увеличиваются. Не инфляция происходит, как обесценивается сейчас все в мире у нас, а наоборот будет все дорожать. Пример. Недавно в пандемию Дональд Трамп напечатал 9 триллионов долларов. Говорит, мы мировая держава, мы можем себе это позволить. И в один такой щелчок пальцем произошло это. ВВП России составляет 2 триллиона долларов. Получается, мы, русские, должны 4,5 года работать. А почему-то другие должны просто по щелчку пальцев печатать так доллары. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас все мозаики сложатся, друзья, все поймете.
там больше потратите времени, потому что я не могу сейчас 4 часа вам рассказывать в этом видеоролике все, потому что вы, наверное, устанете. Потом он говорит, я думаю, здесь можно смело ставить доллару минус, биткоину плюс. Потом он говорит, блокировки, есть проблема блокировок. Представляете, вы живые прекрасные люди, приносите свои деньги в банк, банк на этом зарабатывает, а когда вы хотите что-то сделать, он блокирует ваши счета. И задает вам вопрос, откуда у вас эти деньги? Докажите, что это ваши деньги. Где вы их заработали? Плати налоги. Короче, происходит такая проблема. Получается, Сатоши кому-то говорит, у меня нету блокировок. Я не могу заблокировать ваши средства, я не могу наложить на них штрафы. Потому что здесь идея децентрализация, не централизация. Так что я думаю, если вы владеете своей сид-фразой. А поэтому здесь, думаю, можно доллару поставить минус, биткоину плюс. Потом анонимность. Он говорит, вот знаете, вам звонит же, наверное, это колл-центр Сбербанка. Здравствуйте, подтверждайте свой перевод. Потому что ваши данные везде продаются. Кстати, наш продукт-то, об этом потом. Вот, ваши данные везде продаются, вам названивают мошенники, потому что имеют ваши паспортные данные, ваши номера телефонов. Потому что на кому-то говорит, у меня хранение ваших телефонов, ваших паспортных данных не будет. Вы можете оставаться анонимными по своему желанию. Конечно, вы можете кричать свой биткоин кошелек везде, куда захотите. Вот, но у вас есть возможность. Потом прозрачность. Представляете, при такой анонимности вы видите каждую транзакцию, чтобы доверять этой системе. Прозрачность равняется доверие. Вы, если видите, как все происходит, вы больше доверяете этой системе. Только надо разобраться чуть. И если вы придете в банк и зададите вопросы, где ваши деньги, куда вы их отправляете, сколько вы делаете процентов прибыли на этом, вам на эти вопросы не ответят. Вас, наверное, выведет охрана из банка. Вот. И тут Сатоши Накамото говорит, смотрите, у нас есть анонимность, но есть также и прозрачность. Прозрачность равняется доверие. Вы можете в блокчейн-обозревателе увидеть все. Какие кошельки куда отправляют, какие суммы, сколько комиссий, там, сколько это шла транзакция, сколько там ее вес был и все прочее. Вы можете все увидеть своими глазами. Прозрачность. Это очень круто. Поэтому здесь опять ставим минус доллару плюс биткоину. Мобильность капитала. Я думаю, мало кто пробовал, конечно, продать всю недвижимость в своем городе и переехать в другую страну. Потому что при продаже, при переводе денег будет очень много вопросов. Налоги, а вот это, а откуда у тебя эти деньги? Докажи, что ты их заработал. Вообще, вот такая процедура гигантская будет. Недавно вот я себе решил сделать подарок, купил себе часы. Прихожу, сумма не маленькая, и по карточке расплатиться, вообще такая операция, наверное, не пройдет даже, наверное. Вот, поэтому мне Сатоши Накамото помог. Можно перевести в любую страну деньги, тебе здесь их обналичат, у тебя комиссия будет минимальная, вот, там, 1% заплатишь только, тебе привезут с улыбкой деньги, и ты сможешь ими распорядиться, как ты хочешь, тебе не будут задавать вопросы. Так что я думаю, здесь мы ставим доллару минус, биткоину плюс. Принадлежность. Причем вот эта вся система принадлежит определенному кругу людей. А вот это принадлежит всем людям, публично. Каждый человек может быть собственником этого бизнеса, обслуживать сеть, зарабатывать деньги. Вот. Поэтому здесь я тоже ставлю минус доллару и плюс биткоину. Теперь будем чуть сравнение приносить. Получается, у Артери здесь тоже все так же. Но вот здесь зарабатывают майнеры, которые вставляют в розетку оборудование, это большие пулы, там предприниматели увидели, то что если люди готовы за биткоин продавать квартиры, машины, наделять это все ценностью, продвигать это, рассказывать об этом, то мы можем на этом зарабатывать, добывать эти монетки, продавать людям. Получается, здесь, то есть они покупают оборудование, я думаю, понятно все. Вот здесь я биткоину ставлю минус. А нам ставлю плюс, потому что у нас не надо покупать оборудование. У нас достаточно купить просто монеты и по технологии, по нашей, которая уже, proof of stake есть такое доказательство, доли кошелька монетами на нем, можно участвовать в эмиссии монет, добывать их. Для людей все сделано, не для больших корпораций каких-то. Мотивация. У биткоина мало мотивации, вы же не зарабатываете с этого деньги, если вы продвигаете.
У нас есть мотивация. MLM, маркетинг, 10 уровней в глубину. 92% в сеть, где такое вообще видано. Автобонусы в подарок. 5 статусов из 9 с процентами от товарооборота компании. Айфоны, аэроподы, путешествия. Людей дает компания при определенном статусе на открытый вход. Там в подарки продукты дает, еще телефоны дают, свободную память, трафик интернета. Компьютеры подписывают блоки обучения. Скоро это телефоны будут делать. Академия образовательная. Гарвард свой создали вообще. Создаем. Просто у нас планы куда больше. Поэтому у нас мотивация просто огромная. Поэтому об этом и рассказывать. Вы представьте, упаковать идею децентрализации вот этого всего в MLM. Друзья, но у нас вот это, то, что я здесь перечислял, это маленькое. Это продукт, это все технологии, которые люди продвигали. Это продукт биткоина. У нас совершенно другая миссия. Вы сейчас все узнаете. У биткоина есть минус. Есть понятие такое, атака 51%. Если у вас подконтрольно вам 52-51% нот обслуживают, которые сеть, это вот фермы большие, такие заводы, там, не знаю, там ангары с этими машинами стоят. Вы можете изменить транзакцию. Допустим, мне человек, допустим, продал машину, ему отправил деньги, если мне подконтрольно 51%, я могу изменить эту транзакцию. Вот. И сказать, уж не этот человек должен получить, а другой. А поэтому здесь я ставлю минус, потому что очень крупные корпорации там скупают просто все, чтобы это как-то контролировать. У нас это плюс. Почему? Потому что у нас другая технология. У нас надо закрыть определенный статус, иметь определенное количество монет делегированных, замороженных. Если человек делает какую-то вредоносную атаку, у него получает он штраф. Ему это невыгодно. Невозможно подкупить столько сейчас монет. Даже в будущем невозможно это будет, потому что не заморожены большинство. Плюс статусы закрыть. Столько всего надо сделать, чтобы была хотя бы маленькая возможность что-то сделать. Причем у нас не 51%, а 2/3 сети. Так что здесь я тоже ставлю плюс. По поводу Дурова. Что недавно случилось? Дуров решил создать свой блокчейн. И ему сказали, то, что, дорогой, либо ты живешь, как ты сейчас живешь, мы не блокируем все твои счета, не арестовываем тебя, не вставляем палки в колеса, либо у тебя будут проблемы. Только не запускай свой блокчейн. Поэтому блокчейн Дурова не запустился. А если запустился бы, его удалить уже было невозможно. Потому что биткоин удалить не могут, эфир не могут удалить. Потому что уже все запущено, все идет уже для людей. Поэтому у нас тоже уже все запущено, удалить это невозможно. Причем Дуров сказал крутую фразу, почему от миром руководят люди, которых выбрало 4% населения Земли? Тоже интересный вопрос. Так, блоки. У биткоина, например, там, чтобы транзакция прошла 3-6 блоков, должно быть подтверждение, по 10 минут каждый. У нас транзакции до 30 секунд. Друзья, но скоро будет до 5 секунд. И комиссия у нас 0.3%, либо максимум 10 монет. Допустим, сейчас человек может отправить 1 000 000 000 рублей в любую точку мира. Это займет у него до 30 секунд, и комиссия составит 500 рублей. Круто? Круто. Поэтому наши транзакции быстрее, чем у биткоина. Комиссия у нас меньше. И теперь самое главное. Сообщество. Во главе стоит Марк Богатыренко, основатель компании Artery. Есть лидерский совет, есть суп-лидеры, которые к нам приходят. Весь фундамент был построен, строится гигантский замок. Не каркасный, а прям заливали бетон, обучали, прорабатывали людей, помогали им разобраться. Потому что у нас очень действительно длинные планы. Мы пришли сюда не... Обычно как происходит? Люди говорят, у нас технология, инвестируйте в нас деньги, вы станете все богаты. Провели ICO, запустились, первый день умерли. Я ни с кого деньги не собирал. У меня имеется большой опыт построения больших организаций, больших компаний. Я создал товарообороты миллиарды рублей. Поэтому я создавал своего ребенка, чтобы захватить этот мир, показать как надо. Опыт присутствует также у людей, которые идут за мной. Поэтому сообщество у нас золотое просто. У нас отношение к людям. Мы не ставим прививки. Мы не оскорбляем их как-то, не терминируем. У нас свобода. Мы уверены в своем продукте. Как при этом все можно сделать в какую-то централизацию ужасную? Я устал наблюдать за всеми этими компаниями. Я изучал больше 50-100 компаний. Столько пирамид, столько обмана, столько раздутое инфополе обманчивое. Просто вот отношение к людям некрасивое, неправильное. Я пришел в этот бизнес тогда давно, из традиционных бизнесов. Я зарабатывал нормальные суммы денег. Но я сидел с утра до вечера, проводил встречи, потому что я набивал себе опыт. Потому что мне понравился этот мир. Я действительно захотел создать свою вселенную, где люди будут счастливы.
где люди будут зарабатывать деньги, менять свою жизнь, окружение, участвовать в благотворительности, делать много действий. И я знал, что когда я буду создать свою компанию, она будет самым лучшим маркетингом, самыми лучшими продуктами. Поэтому, друзья, сейчас провели такое сравнение. Теперь мы поговорим еще более интересно, чем же еще больше отличается Артери, потому что вот это все 5% наших возможностей. И знаете, когда-то люди думали, то, что идет молния, потому что Зевс бьет по наковальне, типа он злится, там, или что-то люди сделали неправильно. Потом пришли понятные люди и объяснили, то, что статическое трение, вот так все происходит. И люди поняли. Так что, друзья, этим видеороликом я хотел вам объяснить, откуда это все берется, какая была идея, почему это не пирамида и все прочее. А теперь мы поговорим